Меня зовут Эд, и я продолжаю свою обширную серию по проблемам болей, воспалений и различных заболеваний суставов. Я уже снял огромное количество эффективных решений для этих проблем и сниму еще больше. Все ссылки вы наблюдаете внизу под любым видео данной серии. Это все ссылки касаются данной проблемы. Также, кто досмотрит любое видео, особенно новое, увидит в конце 4 анимационных окна. Это новое видео. И нажав на них, вы сразу переходите на следующее видео данной серии. А рецепт на сегодня такой. Данный рецептик очень древний и был популярен именно в народе. Особенно в тех местностях, где кушали свиное сало. Это, конечно же, часть Беларуси, Украины, часть России и так далее. Где кушали сало? Ну все, сейчас сало можно, в принципе, достать везде. Желательно, чтобы оно было свежее, не соленое, обычное паровое сало, свежайшее. Вам нужно просто брать, делать слайсик, отрезать такой слайсик сала и закреплять его на суставах, которые болят. Неважно, какие это суставы. Если у вас болят суставы рук, берем тонкие слайсики сала и просто хорошо привязываем, например, к ладони с двух сторон. Если у вас крутят, болят пальцы. Если это коленные суставы, берем или большой один слайсик, или несколько слайсиков, миллиметра где-то по 3, по 4, и обкладываем коленный сустав и хорошо фиксируем. Идеально, конечно, фиксировать с помощью ленты. Также можно и утеплять. И держим как минимум ночь. Можно это делать днем. 8-10 часов днем. Если это на ночь, привязываем на ночь к проблемным суставам и держим. На следующий день или по истечении 8-10 часов. Снимаем, дальше отдыхаем несколько часов, можно в принципе сполоснуть все, и делаем новый слайсик. И опять все закрепляем. Как я и сказал, этот рецепт очень старинный, очень древний, и он помог очень многим людям уменьшить боль или даже чтобы боль полностью исчезла. Поэтому обязательно таким рецептиком воспользуйтесь. Работайте с таким рецептом до достижения результатов. Постоянно меняем каждые 10 часов слайсы сала на новые. Спасибо за внимание. Не болейте, если ваши суставы заболели. Обращайтесь к моим эффективным рецептам. С вами сегодня был Эд. До встречи на моем канале завтра и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему сердцу.